монографии по самовосстановлению организма. Итак, приветствуйте Валерий Степура. Валерий. Валерий, вы можете включить уже микрофончик и камеру. Конечно же, мы хотим вас тоже лицезреть. Меня не пускают. Камеру. Не пускают, Сергей. Можете ли вы помочь, чтобы мы увидели доктора? Мы увидели кандидата медицинских наук, потому что отзывы будут просто невероятные. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что это надо нажать там на кнопочку, и все появится. Ну, так это здравствуйте. Вот. Здравствуйте, добро пожаловать. Наталья Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Итак, за моими плечами почти 30 лет врачебной, научной и преподавательской деятельности. Мой путь фитлайн был не таким простым, и поэтому сегодня я хочу поделиться об этом, рассказать. С продукцией я уже дружу, как сказала Наталья, около 7 месяцев. Как у меня, так и у моих пациентов отмечаются эффекты омоложения. Ну, в частности, у меня стало больше волос на голове, стало меньше седых. И существуют также другие эффекты омоложения, о которых я не буду сегодня говорить. Сегодня я хочу остановиться прежде всего на том, что меня больше всего поразило в продукции Fitline. Я хочу особо отметить, по моему мнению, самое важное качество Fitline – это способность повышать ресурс головного мозга и способствовать его омоложению. В этом вопросе я считаю себя не только специалистом, профессиональным. Я с этим вопросом столкнулся в свое время непосредственно в личной жизни. И все это было в 80-е годы. Будучи студентом второго курса мединститута, мне пришлось прервать свое обучение на 2 года. Эпоха холодной войны стала для меня не такой холодной. На 3-й курс я вернулся с последствиями ранений. Вот. Мне пришлось не только бороться с головной болью, но также поднимать свой ресурс, поскольку обучение и дальнейшая врачебная деятельность не являются простыми и имеют свои плюсы и минусы. И очень большой объем материала приходилось обрабатывать. Это бесконечные конспекты, записи. И я искал пути, как помочь себе, поскольку общепринятая медицина не располагала средствами для реабилитации. В эти годы у меня появился интерес к методам альтернативной медицины. Я изучал древнекитайскую медицину, аюрведу в концепции ведической медицины. Я практиковал медитации, мнемотехники. Ну и, конечно же, я употреблял очень много дорогих БАДов. Валерий, скажите, чем уникален? Я восхищаюсь вашими знаниями. Очень. Я слушаю ваши прямые эфиры, я знаю. Чем Fitline? Я принимал очень много дорогих БАДов. Извините за подробности. У меня запах и цвет мочи имел цвет и запах витаминов. Я платил очень много за БАДы. Как говорят американцы, извините, мой унитаз радовался. Из меня выходило на $200. Я подозреваю, что мой организм получал где-то на $5. И в какой-то момент я разочаровался в ортомолекулярной медицине, как и большинство моих коллег. И несколько лет назад мое внимание привлекли методы и технологии парафармацевтики и также анти-эйдж медицины, и приход ПМ и продукции Fitline в Украину я встретил без энтузиазма. Теперь я очень благодарен Марине Рудниковой за ее настойчивость и терпение. Я поражаюсь, как хватило у нее терпения сломать мои стереотипы. И летом прошлого года я стал убежденным поклонником Fitline. На сегодняшний день я счастлив, что отмечаю небывалый рост способности запоминать большие объемы информации. Всю жизнь мне приходилось ходить с чемоданом конспектов, создавать многочисленные файлы в компьютере. Сейчас
Я практически могу обходиться без конспектирования. Мой мозг получил свободу. Я меньше утомляюсь при обработке и запоминании больших объемов информации. Я не получал такого выраженного эффекта от других средств и методов. И в заключение я хочу перечислить, пожалуй, 5 основных моментов, о которых я буду говорить всегда. Современная медицина утверждает, что все процессы старения, общие процессы старения нашего организма, напрямую зависят от скорости старения нашего мозга. Второе. Мой личный опыт является косвенным подтверждением того, что ресурс мозга возможно восстановить за относительно короткое время, какие-то 7 месяцев, используя совершенно базовые продукты FitLine. Я очень люблю оптимальный сет. Позднее я подключил Омега и Q10. Был также мой любимый, один из самых любимейших средств, это D-Drink. Также я даже на себе испытал действие Junior в качестве эксперимента и очень доволен. Поскольку я имею громадный личный опыт и практический опыт в сфере антивозрастной восстановительной медицины, мне есть чем сравнивать FitLine. Я не знаю на сегодняшний день более эффективной технологии для здоровой, долгой жизни. И в заключение 2 важнейших момента. Средства FitLine крайне необходимы для лиц старшего поколения, для бизнесменов и лиц, чья деятельность связана с повышенными умственными нагрузками. И самое главное, давайте Power Cocktail Junior детям и как можно раньше. Это будет способствовать максимальному раскрытию природного потенциала. Валерий, огромное спасибо. Гармоничная личность. Спасибо, огромное спасибо за отзыв. Ваши знания просто, они покоряют. Они просто невероятные. Я настолько рада тому, что к нам присоединились.